хотел на Сан-Сиро. Здесь просто сейчас уже морозно. А это Тубиа! Посмотрите на меня, коллеги итальянцы. 1-0. ЦСКА выходит вперед. А прямо сейчас я вам... Знаете, что скажу? А прямо сейчас я вам скажу, что в матче Лиль-Трабзон 0-0. А это значит, что ЦСКА сейчас на втором месте в группе. А это не важно, было там положение или не было, потому что гол засчитан, потому что была разыграна отличная стенка. И Думбия пробил мяч строго мимо Кастеладзе, прямо в ближний угол. 1-0. Вот сейчас начнется самое интересное. Сейчас самые нервы пойдут, а играть-то еще целый тайм.